вторая точка Альфа. А тут собрались? Да. Они свой госпиталь обогреваемый, кормление и так далее потом. Более подробно о их возможностях. Он буквально на 3 минуты сейчас остановится и расскажет. Меня зовут Андрей. Я представляю службу реагирования на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста, Минской городской администрации. Масштабно, что мы можем? В условиях не отработаны, в условиях.